Здорово! С вами Зубник, главный и единственный игрогрип Ютуба. Сегодня у нас летсплей по игре Grounded. Разработчики явно вдохновлялись, дорогая, я уменьшил наших детей. Я перед летсплеем подготовился, между прочим, там оказывается три части целых есть. Я одну только видел, то не помню про чего она. В общем, играем за детишек, да, за каких-то. Hey, nice to meet you. Макс, Уиллоу, Пит и Хопс. Какой-то Макс, короче, сразу видно задира, я за него играть не буду, я не хочу. Вот за пацана в рубашечке с планетами. My name's Peter. My friends call me Pete. Питер. Питер, будем играть за Питера. Сложность. Нормально, умеренный уровень стресса, сражайтесь за выживание, не забывая следить за голодом, жаждой здоровья, выносливостью. Короче, начнем так, а там, может быть, если что, я переиграю, если слишком скучно будет. А вот, поехали играть. Сейчас поглядим. Главное, чтобы у нас на канале не было арахнофобов. Главное, самому не быть арахнофобом. А что загрузка? А что, мы зависли или что? Нет, все, грузимся. Отлично. Поехали. Найс. В яме с навозом. Ничего себе, Пит! На этот раз ты реально вляпался. Но куда это тебя занесло? Эй! Кто-нибудь! Так, Пит, вспомни свое обучение в скаутах. Сначала надо сориентироваться на местности. Ну, я предполагаю, мы в говне. Ну, очень похоже. Либо это просто так текстурки нарисованы. Прыгнуть. Нифига себе, а чё так высоко прыгает? А, ну вообще логично. Мы же маленькие, гравитация, соответственно, действует меньше, наверное. Тут лежали какие-то человечки. Я, видимо, один из них. Один из человечков надо. Вот всегда, когда начинаешь игру, нужно всегда обернуться назад и сходить. Возможно, здесь есть какая-нибудь штучка-дрючка, которая поможет в начале игры. Нет, здесь такой нету. Мама с папой этому не обрадуются. Что ж, Пит, ты всегда мечтал о приключениях. Да, приключения — это здорово. Особенно грибные. И вон я вижу уже грибочки. И трава. Нормально заживем сейчас. Растительное волокно. Поганка. Поганку надо рубить, а у меня нету. Схватить гриб. Больше грибов. Камешек. Вообще, по идее, это, наверное, даже... Ого, вы только гляньте на размеры этого бейсбольного мяча Лиги Толстяка Чапса. Блин, он же с мой дом. Так, собранные предметы автоматически заполняют соответствующие кармашки. К ним можно быстро получить доступ через горячие клавиши кармашков. Хорошо. Так вот, по идее, это даже не камушек, это песчинка, учитывая наш размер. Правильно? Логично же все. Действие швырнуть. Соберем траву. А! Что, блин, за фигня? Ты чё, клещ тупой? Твою мать. А почему так сразу? Алё, я стоял тут, вообще-то обучение прохожу, стою. Блокировать. А что я буду? Чем? Камнем блокировать? Алё, дайте оружие сначала. Фига себе, просто стою, никого не трогаю. Красная жопа на меня напрыгнула. Что это? Растительное волокно. Ну, как и в любом выживаче, я думаю, надо собирать все подряд. И попить из лужи. А, выпить мерзкую воду. Правда, можно выпить мерзкую воду. Пит рыгает. Как это на меня похоже. Так. Что это? Сок. Схватить сок. Отследите источник сигнала. Сейчас отследим, вы обнаружили сок. Что-то непонятно пока, ладно, пока... Главное, что я обнаружил вот эти маленькие грибочки, они наверняка очень полезные. И растительное волокно. Найдите и съешьте какую-нибудь еду, отследите источник сигнала. Цифра 6. Всяко лучше, чем голодать. Хо-хо-хо! Жрем грибы! Я хочу быстрее раздобыть топор и мухоморов насобирать. Так, ладно, вроде поели. Нет, смотрите-ка, еще не поели. Надо больше есть. Больше грибов. Суй их прям в себя. Больше. Давай, вот еще один, и хватит. Грибочки не полезны.
насколько я знаю. Их можно в чай наверняка заваривать. Так, воду не пьем. От воды рыгаем. Что это? Грязь. Получи кулаком. Ну, я вот научился бить грязь. Отлично. Отлично. А как топор делать? Вы обнаружили полевая станция. Найс. И чё? Ну, класс. Половая, наверное, была бы лучше. Ты гляди-ка, тут прям как это рабалатория. Рабалатория. Поработайте с компьютером. Это анализатор ресурсов. А вот компьютер недоступен. Вы либо меня обманываете, либо что-то неправильно. А что за звуки? Что это за звуки? О, нифига, муравьи! Они загрылись, зли букашку какую-то. Соберем сырое мясо долгоносика. Нормально, нормально. Что, его можно будет потом есть, что ли? А я вот там вижу. Ладно, поработаем с компьютером. Поработаем с компьютером. Ну, точнее, с анализатором ресурсов, вообще-то. Что ж, логика подсказывает, что где-то, вероятно, должны быть и другие станции. Может быть, если я продолжу поиски, то найду какие-то зацепки. Или кого-то. Так, растительное волокно. Мощь разума. Ого, это жестко, это жестко. Мощь разума, это... Я думаю, это после грибочков. И что, разблокируемые функции... Разблокируемые функции мощи разума. Ничего, недопустимый объект. Давайте анализировать растительное волокно. Проводим анализ. Расшифрованные новые инструкции. Грубая веревка, бинт из волокна. Бинт из волокна, это полезно. Можно делать бинт из волокна. Мощь разума, я про 15 из 60. Так, а вот я проанализировал, оно не потратилось, да? То есть можно камушек какой-нибудь проанализировать. Анализируем камушек. Обычный камушек, анализ. Завершен. Каменное копье и каменный топор. Каменный топор — это то, что нам нужно, чтобы нарубить грибов. Нарубить грибов. Звучит странно. И еще батареечка. Я так понимаю, можно еще что-нибудь, если... Weevil. Ой, фу, какая жепь какая-то прям. Это не понять что, то ли зуб, то ли жир на подставке. Вот, фе. Мерзко. Ну, давай исследуем ее, анализировать жир. И что же можно из него делать? Чучело долгоносика и щит долгоносика. Щит долгоносика — вещь полезная. Клопы не будут жрать. Проанализировано еще 3 штуки, но все, я так понимаю... Следующее изменение 10.03. За вебкой плохо видно, да? Но я расскажу и так. Выбери 9.46. А если я подожду? А я сейчас подожду? Я сейчас подожду. Я вот пойду сейчас что-нибудь похожу, ростки пока пособираю, да? И буквально через 2 секундочки туда вернусь. И получается, можно будет еще что-нибудь сделать. Наверное. Создайте каменный топор. А как? Я избиваю траву. Такой из себя гений, видимо. Значки инструментов показывают, каким образом можно что-то собрать при помощи рубки, разбивания или копания. Копание даже можно и собирать копанием. Здорово. Наверное, трупы. Так, так. Чё, прошло время? Ого, нормас. Росток исследуем. А вот это что? Шерстку клеща, главное, в мешочек поместили. А вот эту штуку не поместили в мешочек. Шерстку можно было и так, в принципе. Ну давай, что из шерстки можно сделать? Анализировать, анализируем шерстку. Мне кажется, халат какой-то можно сделать. Странный звук, конечно. Стрела, шляпа из клеща, чучело клеща, пушистый камень. Пушистый камень. Это вот, это, наверное, чтобы не так одиноко было, можно сделать себе пушистый камень и гулять с ним. Подожди, куда ты полистал? Что это? Клеверная понча, клеверная капюшон, клеверный наголенник, каменный молот. Уже известно, тыры-пыры. Пассатижи, продолжить. Что-то я не понял. Это типа сразу мне известно стало. Ладно, не суть. Создайте каменный топор. Как? Тап нажал, смотри. Те. Создать. Грубая веревка. Каменное копье, каменный молот, каменный топор, стрела, щит.
Для щита, судя по всему, нужен табурет. То есть, вот так на ходу не сделаешь. Давай, каменный топор. Каменный топор. Нам не хватает грубой веревки, одна штука. Изи-пизи. Можно нажать сюда и сделать сразу. Удобно, удобно. Каменный, что? Каменный топор. Создать. Создано. И каменное копье, я считаю, нам тоже пригодится. Создать. А каменный молот для чего? Базовый инструмент для разрушения. С его помощью можно раздробить предметы на мелкие кусочки. Лицо кому-нибудь можно? Например, раздробить. Мне кажется, мне меньше надо ужастиков всяких смотреть. Ладно. Базовое колющее оружие для сражений с опасными существами. Метните копье в противника, чтобы нанести смертельный урон. Ага, понятно. Топор, понятно. Что-то еще будет... Ога. Ога. Шапочка. Блин, а сделано на самом деле клево. Типа такой травинкой сшитой, шерсткой. Ну ладно, шерстка как обычная. И тут траву на голову намотал. Нормально. Сделать клевер, растительного окна, пончо, не пончо, понятно. Бинтик. Кстати, бинтики нам пригодятся. Что это? Чучелы всякие, чучелы. Чучелы. Надо дом построить, прежде чем чучелы туда пхать. Так, кварцы, шмарцы. Что это? Это вообще что? Это вообще что? Что это вообще? Что? Природные ресурсы. Я понял, я понял. Это то, что мы увидели, но пока не встретили. Или как-то так. Значит, есть у меня копье, могу тычить им. Есть у меня топор. Блин, ну классно нарисовано, типа в травинку камушек запхал. Такой весь модный теперь. Пить хочется, кстати, пить хочется. Надо сок, наверное, найти. Я так понимаю, можно пить сок, да? Инвентарь. Можно пить сок? Кстати, пока я, наверное, тут сидел и разбирался, можно что-нибудь проанализировать опять. Да, анализируем сок. Сок. А сок чего это? Просто сок. Расшифрованный нозрый травяной светильник, верстак бра из сока. Бра из сока. Факел. То есть это не питьевой сок. Это какой-то не питьевой сок получается. Да? Очень жаль. А откуда мне пить? Я же сейчас из лужи попью и обрыгаюсь опять. Я не хочу. Так, уронить, уничтожить, уничтожить, уронить, уничтожить. Надо найти воды, наверное, какой-то. А что, у меня задание какое-то было вроде. Рубить трава. Хо-хо-хо. Рубить трава. А, я за... О, прикол! Нифига, она падает классно. Схватить травяная доска. И чё? Зачем она мне? А это, наверное, строить потом. Етить я сильно какой кидаю. Сильно какой кидаю я. Надо... что-то с русским сделать, языком моим. Как-то, может быть, выучить его. Или разговаривать научиться. Так, из лужи не пьем. В принципе, можем. Мы же просто обрыгаемся и захотим есть. Ладно, пока терпится водичка, терпится. Пойдем рубить мухоморы. А, топор более высокого уровня нужен. Ну, ёпарасоты. А это что такое? А это вот луч, с помощью которого нас уменьшили. Интересно, это родители сделали, чтобы избавиться от своих детей? По-моему, гениальный план. И никто не найдет никогда улики никакие. Просто сказали, да мы детей потеряли где-то, они потерялись. Если дети балованы. Сейчас, я буквально 5 секунд, что-то я слишком тихо сделал, я считаю. Музычку тоже можно навалить. Навалить музыку, да, сохранить, навалить, нормально. О, о, теперь слыхать все. Так, я думаю, мне вот туда надо идти, потому что, может быть, туда. Ой, смотри, какая букашечка. Стой, букашечка. Блин, я застрял. И она 100% добрая, ее можно приручить, наверняка. Где-то стрекотала. Приветик. Тля. Куда ты убежала, малюточка? Ты гляди, какая прикольная. Где? Вот... Стой. А теперь стой. Если ты не хочешь приручаться, ты умрешь. Прости. Это дикая природа. Закон джунглей. Не, ну я как бы пытался. Или нет? Ладно. Возможно, я не пытался. Мне показалось, что я попытался, но что-то пошло не так. Осмотреть окрестности. Да, я вот нашел лабиринт для мышей. Исследуйте таинственную машину. Это таинственная машина. Я понял. Это трансформатор какой-то. Болты, гайки какие-то. О,
Что это у нас? Оминент. Практикал Технологис 3800 КЛГА. Не разбираюсь. Это что-то... Что-то интересное. И чё, а что мне делать с этим? Исследуйте таинственную машину. Или это не таинственная машина? Ну, мне кажется, это таинственная. Это похоже на таинственную. Найдите воду. Да подожди ты. Мне же сказали исследовать таинственную машину. Вы определитесь с заданием. Я не понимаю, что от меня хочет игра. Найти таинственную воду или исследовать таинственную... Что? Запутался. О! Смотри-ка. Чё это? Не работает. Исследуйте таинственную машину. Вот тут нас уменьшали 100%. Может ее вокруг просто оббежать? И будет засчитано, что я исследовал? Я не понимаю просто. Чего? Чего надо-то? Круглый камушек. А, вот для чего камень нужен. Точнее, не камень, а... Ой, этот. Топор, молот. Топор, молот. Так, факел, понятно. Молот, камешек, еще два и веревочку. Веревочку скрафтим. Камешек сейчас поищем. Два камушка надо. Раз камушек. Два камушек. Готово. Можно уже делать? Делать. Так. Давай. На! Ищу! Сильнее! Вот это да! А, то есть я сломал камушек, чтобы взять больше... О, я воду нашел! Я нашел воду! Ее наверняка можно просто пить. Выпить росу. Угу. Классно, классно сделано. Ну, реалистично, как будто бы даже. Исследуйте таинственную... Продолжаем! Продолжаем исследовать таинственную машину, я не понимаю. Может быть, нет? О, смотрите-ка, кнопочки. Emergency Activate Target. Таргет можно нажать. Крохотного Пита убило любопытство. Ха, похоже, эта штука подключена к лазерам. Устраните препятствия для работы лазера. Найти причину ослабления одного из лазера. Чё, может, есть способ как-то что-то... Что мешает, я не понимаю. Может быть, одуванчик? Препятствий-то никаких нету. Я же прав. Здесь нету. А, вот здесь есть. Ага, травинушка. Давай устраним. Здесь я понял. Тут избиваем просто траву. Легко. Изи. Что дальше? О, вот это я возьму. Тут готово, да? Найти причину ослабления одного из лазеров. Причину ослабления. Какая может быть причина ослабления? Возможно, я там пока лазил, что-то сломал. Проводочки все подключены. Все подключено. Тут все что? Конденсаторы целые. Почему прозрачный какой-то конденсатор? Странно. Ну ладно. Сложно. Это надо быть этим, как его, инженером, наверное, чтобы понимать, почему, что случилось. Ого, там трава трясется. Там что, медведь? Пойдем посмотрим. Это интересно. У меня есть копье, если что. Там правда медведь наверняка какой-то. О! Божья коровка! Нифига, большая божья коровка. Она мурлыкает. А я хочу на ней кататься. Поехали! Блин, она клевая. Божья коровка, нам туда. Нам нужно найти причину ослабления одного из лазеров, ты понимаешь? Почему ты мурлыкаешь? Ты кися? Такая клевая. Блин, ну мы не в ту сторону ползем. Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают. Не, ну на самом деле не лети, потому что я упаду и разобьюсь, скорее всего. Так вот, там твои детки кушают конфетки. Кстати, ты, ну ты правильно начинала ползти, но опять куда-то не туда.
Беги за тлей. Вперед. Мой верный... как бы тебя назвать? Конь. Вроде не конь. Лишь бы она в логово пауков меня не привела. Я видел трейлеры этой игры, и там всякие штучки. Там такие огромные пауки страшные. Ладно. Еще увидимся. Я побежал, наверное, все-таки задание повыполняю. Возможно, можно будет тут какие-нибудь делать потом эти вожжи, чтобы приручать божьих коровок и летать на них, например. Было бы здорово. Так, ага, вон энергия, вижу. Так, кстати, у меня хп почему-то мало. У меня что, кто-то пытался... Ты чё, тварь? Уходи! Ах ты скотина, он еще убегает. Ты посмотри, я сейчас тебя камнем зашибу, тварь, мразь. Офигеть. Че я ему сделал? Я просто катался на божьей коровке. Или это... Или это типа богохульство? Может, из-за этого он обиделся? Ладненько, ладненько. Что мне игра говорит? Создайте бинт из волокна. Создаем. Есть. Нету. Сока нету. А где я искал, находил сок? Ладно, он такой желтенький. Так, я так понимаю, надо к Лазару к тому сбегать. Пока побежим, может быть, что-то и найдем. Вообще, хп тут восстанавливается или нет? Судя по всему, нет. Ладненько, ладненько. А сок нужен. А сок нужен. Тут же факела из сока делаются еще, да? Да, это важный ингредиент. Но что-то я его больше не вижу. Вот в чем проблема. Ни одного сока. Камушки тоже будем подбирать, а то я один выкинул в муравья. Некрасиво, конечно, получилось. Не, а что? А что он, мразь такая? Я мимо иду, я просто мимо шел, да? Я вообще никого не трогал. Что это? Клещи жрут провод. Серьезно. Уходи. Клещ, он тебя убьет. Провод этот. Ладно, убил тебя я, но... Я думаю, вот из-за этого не работает лазер. Потому что провод погрызли. Постройте навес, создайте бинт из волокна, найти причину одного из лазеров. Ну, я нашел причину ослабления одного из лазеров. Как его отремонтировать теперь? Тварь, уходи. Что ты делаешь? Ты гляди, они тут про... Так, это страшно. Создайте и используйте факел, отправляясь в темные места. Да, что-то прям жутковато стало. Так, еще одна, смотри. Не подходи. Не лезь. Не лезь. Уходи. Я не хочу войны с муравьями. Так, сачок собираем. Блин, а интересно, тут есть, короче, что-то... А! Да что такое? Да твою мать! Ну что тебе надо? Кто это? Жопа муравьиная, уходи! И клещи какие-то. Алло, блин, я вам вообще не трогал. Вы что агрессивные такие, твари, мрази? Да уйди, блин! Страшно, я просто шел и прыгал. Офигеть! Офигеть! Почему эта игра хоррор какой-то? А не, я не знаю, я думал, это выживастик. Тут безо всякого такого будет дело. Просто похожу, дрова порублю. Дом построю. Меня тут клещи убивать пытаются. Жесть. Так, бинт надо создать и использовать. Это просто жесть. Оббинтуйся. И чё? А, вон там хп восстанавливает. А можно как-то... У меня есть ноги. Можно как-то побыстрее восстанавливать мне хп? Мне, в общем-то, сок нужен. А еще можно как-то сделать, чтобы на меня так резко не нападали? Я каждый раз, я не знаю, после этого летсплея мне придется лечиться, наверное. Так, ладно. О, ядрить, нифига там! Это же это, черепаха! Нет, я ничего, просто посмотрел! Помогите! Беги! Пит,
Мы застряли! Беги! Я просто посмотрел! Мне интересно было! Офигеть, страшно-то как! Я думаю, надо где-то перевести дыхание. Господи, это правда, это жесть какая-то, а не игра. Так, сок образуется на веточках. Это я запомнил. Почему тут все насекомые такие агрессивные? Ну, кроме получается, Леди Ба, как по-русски? Божьи коровки. Просто жесть. Тля еще вот добрая, кстати. Я понял, тля тоже добрая. Где она тут ползала? Я хотел ее погладить. Но на этот раз не копьем, просто действительно хотел погладить тлю. Чтобы она меня успокоила. Тля, она как вот типа котиков, видимо, в этой игре. А божья коровка как коровы в игре. То, или не в игре, в жизни. Может быть, им молоко дают? А где... Блин, я заблудился. Штука, которую мы исследовали. Нету, да? Все, она утеряна. Окей. Пойду грибов пособираю, покушаем потом. Еще как-то надо что-то придумать, как воду собирать и не рыгать при этом. Так, темнеет. Тем временем темнеет. О, клевер. Можно рубить. Лист клевера. Создайте веху пути, чтобы отметить местоположение на радаре худкарта. Что? Ой, я избил пол, кажется. Да ладно, нормально. Главное, чтобы это был не женский пол. Маленечко пособирали. Пойдем разбираться, что тут надо мне вообще делать. Лазер чинить уже в следующий раз пойдем. Там нам понадобится факел, если я правильно понимаю. Смелость. А что за вехи? Подожди, что за вехи? Статус? Мутации? Что за мутации? Я могу стать мутантом? Навес. Навесик, смотри. Сон помогает избежать таящихся в ночи опасностей. Кроме того, навес можно сделать местом возрождения. Верстак. Росток, травяная доска. На нем можно создать броню и оружие из сложных материалов. Понял, принял, осознал. Брай сока, понятно. Сырое мясо тли. Его можно кушать, наверное. Целая сырая тля. Есть это мясо неприготовленным — плохая идея, но из него можно состряпать отличное жирное жаркое. Я не хочу жирное жаркое. Можно не жирное, можно из него сделать нежирное жаркое. Так, вот, это, видимо, верстак нужен, да? Требуется... Что? Что требуется? А давай я сделаю грубую веревку и могу? Ингредиент для... перейти к элементу? Видимо, нет. Мне для создания требуется верстак. Вот написано. Все понял? Я все понял. Что я хотел? Бинт из волокна. Нет. Почему-то все позеленело. А, Night Mode. Нифига. Нифига. Вон слева внизу что-то там включилось. Night Mode. Ага. Получается, когда я в меню нахожусь, время тикает. Я думал, пауза становится. А. Тут есть карта. Нормально. Ну что, она маленькая какая-то. Я ожидал больше. Инвентарь. Вообще, что я сюда полез-то? Я навес хотел сделать. Вот, что я полез, по-моему. Да? Да. Сделать навес. Построить навес. Что, здесь нельзя делать навес? Ну, тут такое местечко хорошее. Я надеюсь, потом можно будет его убрать. И что надо? Суперстроительство. Что? Что значит суперстроительство, я не понимаю. Ладно, использовать спать. Задать место возрождения, пускай будет, и спать.
Вообще такое себе место, конечно, для сна. Все равно, мне кажется, опасно. Окей, открываем тогда карту. Это вот что у нас такое? Бейсбольный мяч. А где была исследовательская штука? Вот эта исследовательская штука, как неудобно. Да, вот. Полевая станция. Я прям на нее смотрю или нет? Взгляд. Все верно. Побежали в полевую... О, муха. А, это мошка. Это даже мошка, это не муха. Куда она упала? Мошка, стой. Шерстка мошки, сырое мясо мошки. Отлично. Так, бежим в исследовательскую лабораторию. Исследовательскую лабораторию бежим. Камушки собираем, все собираем. Верстак, я так понимаю. А может вообще здесь дом себе построить? Рядом с исследовательской лабораторией? Потому что можно тут исследовать. Как ни странно. И что? И спать. По-моему, удобно. Анализируем жир мошки. Жир мошки. Чучело мошки. Отлично. Я надеялся на более полезные вещи. Так, клевер. Клевер исследуем. Наверняка что-то будет полезное. Шапка клевера, да? А, нифига тут. Уже известно. Это известно. А что еще? Веха пути. Короб, стол из клевера. Веха пути, не знаю. Звучит странно. Исследуем грубую веревку. Исследуем грубую веревку. Ростковый лук, лопата из желудя, глазная повязка, фляга. О, а фляга наверняка нам нужна. Так, хорошо, поисследовать. Построить верстак, изучить травяную доску в анализаторе. Да, сейчас я быстро тогда сбегаю за спальным мешком своим. Кстати, перекусить бы, надо грибов покушать. Грибами обкидываемся, закидываемся, измазываемся все целиком грибами просто вообще. И надо найти воды. Воды. Вообще поутру должна вода на всех растениях быть. Так, как? Переместить. О. Чертов муравей. Почему нельзя бежать с муравьем? То есть от муравья. Можно покрутить. Клёво. Левый контрол. Что левый контрол? Главное, правую кнопку мыши не нажать. Короче, буду жить здесь. Буду жить здесь пока что. Вот здесь буду спать. Буду здесь спать, да? Место возрождения. Ага, все нормально. Постройте верстак. Постройте верстак. Верстак постройте, пожалуйста. Короб. Простого вмещает до 20 стопок предметов. По внешнему виду можно понять, что в нем лежит. Не самое надежное хранилище. Ну и ладно. Веха пути. Передает отслеживаемый визуальный сигнал и помогает вернуться туда, где вы уже были. Не хочу. Верстак. Травяная доска, росток, сок. Блин, сок везде нужен. Просто сок самое необходимое здесь ингредиент, я так понимаю, да? Давай пока без верстака. Я все-таки хочу сходить. И проверить провода. Да проверять уже эти провода. Клещам там люлей навешать. А, я пить хочу еще. Вот в чем беда. Росы нигде нету. Нужна сок, роса. Флягу надо сделать. Вот, я понял. Вот сок. Сок сейчас соберем. Сок сейчас пособираем. Че, и все? Это весь сок? А роса? А есть у вас роса? С росой проблемы. Че, из лужи пить придется. Следы какие-то странные. Не особо похожи на человеческие. А, это собачьи, наверное, или кошачьи какие-нибудь. Росу кто-нибудь видит? Нет? Блин, из лужи пить. Ёшкин кот. Потом рыгать весь день. Ну, жесть, конечно. Ну, что поделаешь. Сейчас еще пробегу, посмотрю. Ну, вдруг найду нормальную водичку. Утреннюю росу. Нифига нету здесь утренней росы. Это как я погляжу.
Сейчас опять на меня жук какой-нибудь этот здоровый сагрится. Страшно, блин, вообще офигеть. Попить бы! Попить бы! Вон он. Ой-ой-ой. Мы вот таких жуков черепашка называли. Хотя это по факту этот жук-вонючка. Его, ну, маленечко раздавливаешь. Он становится мертвый и начинает вонять. Как жопа. Чья-то. Так, кусок сухой травы. Ага, где мне взять кусок сухой травы? Здрасте, приехали. Почему факел так сложно делается? А что? Просто палочка, веревочка и... Ну, окей, сок вот этот странный. Смола. Это, наверное, кстати, смола, а не сок. Чё, грязной воды. Выпить мерзкую воду. Гроз-то гроз, ну а что поделать? Пей давай и рыгай. Сейчас грибами откармливаться будем. Сухая трава. Вот похоже на сухую траву. Я думаю, это сухая трава. Да, написано сухая трава, значит это сухая трава. Нужен инструмент для рытья. А, глина. Так, сухая трава. Сухая трава. Ну что-то не густо тут сухой травы. Видимо, высохла вся. Еще есть? Еще надо. Ой, а теперь есть хочу, подождите. Ешь. Господи, это был муравей. Я вообще чуть сейчас опять не обделался. Почему они такие с такими странными звуками проползают? И... Жесть. Так, грибов объел. Все, я все грибы съел. Надо еще где-то насобирать грибов. И сухой травы. Сухую траву нашел. Пошлепал, что-то она рассыпалась и все. Совсем мало как-то травы-то. Так, вот еще сейчас сухая трава. Но я думаю, это и хватит. Грибы. Грибы! Грибы! Где мои грибы? А что-то новые не свеженькие не выросли. Ладно, шоколадочка какая-то есть. Если что, шоколадочкой закусим. Пошли воевать с клещами. Устранять проблему. Я заблудился. Что это за полипы какие-то? Устранять проблему. Где? Так, я правда заблудился опять. Нет, все, разблудился обратно. Нормально все. Все нормально, все в порядке. Фига, там оса какая-то пролетела, шмель. Ёпрсы ты, опять жук какой-то. Ё-моё. Можно только не убивать меня, пожалуйста. Сейчас я факел сделаю. Все, факел сделан. На пятерочку. Так, спрячь пока. Может прокрасться, а он меня не увидит. Я спокойненько залезу. Так, возьмем пику точеную. Ой-ой-ой. О, а то правда жук-вонючка. Видали, как навонял? Так, этот вроде, смотри, он... Он застрял. Он застрял в текстурке, все в порядке. Он безопасный. Конечно, он как назло, скорее всего, расстрянет обратно. Я заберусь поглубже в пещеру и... Так, и чё? Провод, ага. Страшно. О, господи, они прыгают. Не прыгайте, пожалуйста. А, это ж клещи, они не могут не прыгать. Они, это клещи. Все в порядке. Все в порядке. Все отлично. Перестаньте грызть провода, тупые клещи. Слизевик. О, это возьмем. Они съедобные, интересно. Хотя слизевик не звучит как что-то съедобное. Проблему устранили, что ли? Изучите, постройте верстак, еще исследуйте таинственную машину. Сейчас, пошли исследовать таинственную машину. Кто-то жужжал. Я слышал. О! Показывает, куда идти. Блин, прикольно, тут показывает в сантиметрах, типа. Ну,
Логично. Ты чё, просто шёл-шёл и сдох, что ли? От чего он умер? Или он... Может, я пока шёл, пукнул, и он умер, просто потому что сзади шёл? Скорее всего, так и было. Ну. Бывает! А, подожди. Так, всё нормально там? А я этой твари, знаете, что сейчас? Я вот так вот сделал. На! Не, повыше надо. На! Ха-ха-ха-ха-ха! Тварь, еще держи. Клево! Ой, какая я скотина, получается. Просто беззащитное животное обкидываю просто камнями. Ой, мразь же я. Не, ну а чё оно орёт на меня? Не, ну вот так вот по логике, да, если подумать. Что, я не прав, что ли? Хорошо, хорошо. Я пойду сейчас с тобой так разбираться. На тебе, вжвалы твои, тварь, скотина. Все, умерло это все. Шип гусеницы. Неплохо, неплохо. Теперь у меня есть шип гусеницы, но я выкинул все камни, что у меня были. На самом деле не такая страшная фигня. Ну, когда она в текстуре залипла. Так-то, наверное, страшная. Покушать бы найти. Почему я не умею делать костер? Это вообще легко, по идее. Два камушка каких-то, да, берешь? Вот я это в фильмах про выживание видел. Берешь два камушка, сухую траву, вот так камни друг от друга лупасишь, все, огонь, костер есть, и, пожалуйста, жарь мясо. Жарь жуков, сколько влезет. Пока пубертат, то как бы надо пользоваться. По-моему, я не в ту сторону начал мыслить. Ладно, что там у нас было? Мошка! 25 из 30... Ой, я заполнил практически все. Муравей. А он смолу, что ли, кушает? Это моя смола. Слышь? Жопа. Куда ты побежал, родимый? А теперь стой! У меня есть копье! Вот так вот. Так разорвал муравья на клочья. Жалко, у него воды нету. А если ему... А можно ему давать палочку, он на нее будет писить или что они там делают? И потом можно облизывать и вкусненько, кисленько. Хотя, учитывая мои размеры, скорее всего, меня эта кислота разъест. Я подозреваю. Как рубить одуванчик? А в одуванчике, наверное, сок какой-нибудь или типа того. У меня энергия, кстати, кончилась почему-то. А как? Почему такое произошло? Фига, он такой огромный. О, вот это да! Я тлю убил, просто уронив на нее одуванчик, походу. Это тоже можно взять? Хохолок одуванчика. Вы только что подобрали планер. Откройте инвентарь, чтобы поместить его в снаряжение, затем нажмите кнопку планирования, находясь в воздухе. Откройте инвентарь, что? 8. Уи! А как, подожди. Ич. Подожди, 8. Левый shift. Почему-то не активизируется. Можно, смотри, сразу употреблять грибы. Не отрывая от ботвы. Да я не трогал твоего друга, он сам умер. Никого я не расчленял, неправда. Тебе показалось. Так, сухая трава. Тоже важный ресурс, я понял. Надо собирать. С водой что делать, я не понимаю. Как его в воду? Надо что-то кипятить ее где-то, наверное. Еще исследуйте таинственную машину. А что еще исследовать? Я все исследовал уже. Все, что можно, все исследовал. Я застрял. Нет, не застрял. Так, муравьи. Нарисовано вот... Что мне, подойти на процессор? И? Все исследовал? Нет, я не понимаю. Ой. Кажется, они труп своего сородича нашли, и сейчас будут мне вопросики могут задавать. Надо выйти поскорее от них. Ага,
Ага, может, вот, вот, давайте я вот здесь поисследую машину. Нет? А, активатия! Так, активать нажал. Ого, сценка какая-то. Сейчас как все взорвется. Фу. Фига себе. А, там след подошвы. Так, что-то взорвалось все-таки, действительно. Там вон провода. Провода. Дерево. Ясно, ясно. Из-за меня? Ну, конечно, из-за кого? Исследуйте взрыв возле дуба. Блин, нифига муравьев собрал. А чё их так много? Они правда расследуют, что их сородича кто-то сожрал? И теперь они будут задавать мне вопросы? Я, наверное, пойду тогда. В другую сторону. Вообще, я хотел сходить к этой фигне, к своей исследовательской. И что-нибудь, может быть, какие-то щиты там, или типа того. Вообще, костер надо изучить. Как здесь сделать костер, я не понимаю. У меня куча сырого мяса. Долгоносик, как дела? Все хорошо у тебя? Отлично, а у тебя? Ну, тоже вроде, да, неплохо. Ну, долгоносики хорошие, не атакуют, ничего. Все-таки, да, избивай нас. Тебе же нужно как-то выживать. Можешь убить нас, ничего страшного. Мы просто умрем. Если это нужно ради твоего выживания, пожалуйста. Мы готовы. Мы как Иисус. Так, исследовать сырое мясо тли. Ой, оно еще портится. Походу, да, вот это вот. Вот это вот шарик уже наполовинку, на четвертинку. Вот у меня почти все испортилось. Из чего же, из чего же, из чего же сделан костер? Я думаю, из куска сухой травы, 100%. Анализируем кусок сухой травы. Сейчас нам откроется костер. Поддон для стеблей, поддон для досок. О, вертел! Отлично! Отлично, просто отлично. Какие-то кокушки или что это? А, это кислотная железа. Анализировать. Жучиная резина. Нормально, нормально. Жучиная резина звучит классно. Жопка муравья. Анализировать жопку муравья. Кислота наверняка какая-то будет сейчас. Защита рук из рыжего муравья, наколенники из рыжего, шлем из рыжего, обычное кресло, дубина из рыжего муравья. Кажется, пора открывать охоту на рыжих муравьев. Но сначала я сделаю вертел и буду вертеть всех здесь, направо и налево. Ну, то есть в одну сторону, потом в другую. Создать вертел. Вертел. На вертеле можно жарить еду, а еще она разгоняет мрак. Блюдо выглядит аппетитно, значит оно готово. Давай, давай! Приветики, долгоносик. Я убил твоих сородичей. Ты не против? Здравствуйте, мистер муравей. Так, вот так хочу. Красиво. И чё? Так. Куда нажимать-то? Построить. А, можно, наверное, зажать и все построится. Под вертелом можно разжечь огонь, чтобы поджарить сырое мясо. Свет. Готовить. Вот тут что-то быстро уже испортиться должно. Это готовить. Это готовить. Гнат, вивил. Или это сокращение от мошки, типа? А это долгоносиковое мясо, да? Так, все, как закрыть? Это надо самому снимать? Оно может подгореть? Все, выключите свет. Как выключить свет здесь? Переработать, переместить. Ну ладно, пусть горит. В принципе. Оно вроде не тратит, да, никаких ресурсов, я так понимаю. Если не тратит, это хорошо. Угу. Инвентарь. Кушоц. Так, кушоц. А это что за желтая жижа была? На куда? Вот это что такое? Медвяная пать тли. Сладкий секрет, выделяемый тлями. Немного утоляет жажду. О, хорошо. В принципе, это получается, можно уничтожать тлю.
если хочется попить. Шестое мясо. Жир какой-то съел. Найс. Еще, я думаю, нам нужна коробка. Коробка в смысле сундук. Сундук тут был, короб вот. Поддон для досок. Площадка, куда можно аккуратно сложить травяные доски. Удобненько, удобненько. Поддон для стеблей. Удобненько, удобненько. Короб, хочу короб. Грубая веревка. Грубая веревка, 3 штуки. Еще и еще. Ну, готово. Короб. Построить короб. Здравствуйте, мистер Муравей. Я никого не убиваю. Честное слово. Муравьи здесь, видимо, как полицейские какие-то. Суперстройка. Не та кнопка. Суперстроительство. Отлично. Отлично. Что можно сюда сложить? Давайте вот шоколадочки какие-то сложим. Что? Мех. Шерстка. Муравьишек. Растительное волокно может пригодиться. Вот это пока сюда положим. Неизвестный слезевик. Пока, кстати, его можно сейчас исследовать. Голова гусеницы. Голова гусеницы. Изучим, изучим. Сейчас мы поизучаем. Что-то у нас же там наверняка накопилось. Так, тап это не то. Анализ. Анализ. Слезевик. Мне интересно, для чего он нужен. Анализирую. Анализирует слезевик. Выглядит он интересно. Бра! Из слезевика. Факел из слезевика. Па-па-па-па-па. Странный звук какой-то. Он, конечно, прикольный, но странный. Шип гусеницы. Анализируем. Шип гусеницы. Готов. Шип гусеницы готов. Готов. Трофейная голова. Жидкая ярость. Жесть. Лезвие гусениц. Жесть. Это просто жесть какая-то. Просто... Это... Для убийства, наверное. Всех и вся. Постройте верстак. Ладно, давайте займемся строительством верстаком. Верстака. Верстака. А как... А все-таки, а как мне... Нужна фляга. Так, делаем флягу. Быстро, быстро, бегом, пока я не умер от жажды. Бра, обычный стол. Трофей, чучело, чучело. Чучело, мяучело. А где фляга? О, самурайский какой-то. Ладненько. Фляга где? Где фляга? Кожа личинки? А где ее взять? Кожа личинки. И где мне взять кожу личинки? Ну, по идее, у личинки, наверное. Вот личинок я не очень люблю. Они какие-то, мне кажется, стрёмные. Даже само название личинка, оно подразумевает, что оно не очень какое-то. Надо искать тлю, наверное. Тлю из тли выпадает водица, которую можно попить. У меня же больше нету попить водицы. Вот это нельзя пить. Почему это нельзя пить? Ну, это, наверное, потому что это смола все-таки. Окей, окей, окей. Тлю нельзя пить. Закуска болезни написано. Кстати, статусы, оказывается, есть. Оказывается, здесь есть статусы. Хорошо, хорошо. Хорошо, но нехорошо, что воды нету никакой нигде. Что это такое? Это я оставил, это я не забрал. Я заберу. Воды мне дайте! Воды! Тля! Ты где, блин? Хотел в рифму, но лучше не буду. Есть у меня такое. Кредо. О, там что-то интересное. Так, тут еще кроты какие-то. Ощущаю толчки. Что-то грядет. В смысле? Ну вот тут что-то ползет. А что за толчки? Про какие толчки он говорил? О-о-о! Ого! Кстати, по-моему, вот это как раз-таки новый контент, недавно добавленный. Угу. Тля! Стой! Стой, тля! Куда она делась? А куда она делась? А что мне пить-то, тля? Я хочу пить, я уже умираю от жажды. Нифига там, тварь. О, это зараженная божья коровка. Нет, она плохая, 100%. Она вряд ли нас на пузике покатает. Так, сырое мясо тли. Не подходит. Надо была водичка какая-то нужна была. Опять пить обрыганную воду.
А еще я снова заблудился. Где мой дом? Что это? Что-то сверкает. Это что такое? А! Прикольно. Но можно было так не пугать. Кстати, я вот хочу пить, а никаких дебафов-то это не дает. Может, можно и не пить? Типа, зачем это тогда пить, если ничего не происходит? Ну вот, ну серьезно, ничего страшного не происходит, пожалуйста. Ну жажда и жажда. Ну хочется пить и хочется. А, вот, пей или умри. Это как прям сдохни или умри. Ладно, пойду блевотную воду пить. С водой какая-то прям реально беда. И личинок я тут не встречал. Ну а что поделать? Так, я всю еду вырыгал. Отлично. Пошли жарить. Тогда жарить пошли еду. Готовить. Что тут у нас быстро, скоро испортится? Готовить. 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 Закрыть. Кстати, у меня жареная тлюшка есть. Сытость, еда. Ромашки. Сытость, еда. Употребить. Ам-ням-ням. Хорошо. И что, оно приготовилось, нет? Я, знаешь, что муравей хочу? Ладно, беги. В темноте не буду тебя гонять. Жареная мошка, жареный долгоносик, жареный долгоносик. Броню из муравья хочу. Надо будет как-то этим заняться. Так, 6. Покушали. Вот с водой вообще непонятно. Что с водой-то? Где воду брать? Может быть, клю изучить, и тогда вот из нее можно будет что-то как-то добывать. Выжимать вот так воду из тли. Такое вообще возможно? Чучело тли и тапочки из тли. Отлично, спасибо. Класс. Воды хочу. Росток. Анализируем росток. Может, росток можно выжимать. Шипастый росток, забор из ростков. Найс. Никакой воды. Спасибо. Я уже все знаю. Отлично. Какой я молодец. Изучить шерстку мошки. Шерстка мошка. Изучено. Тоже. Я тут все знал уже. Все знал. Я просто гений, походу. Че я не понимаю. Просто гений. Зашел в игру. Добрый вечер. Добрый вечер, я гений. Так, я уже тут час бегаю, так что я, наверное, думаю, в следующий раз мы продолжим. Если это видео наберет 2 лайка, то будет продолжение. Спать. Так, в общем, посмотрю на статистику. Имеет смысл продолжать, не имеет смысл продолжать. Поглядим. Как раз у нас тут автосохранение было. Ладно, еще раз нажму «Создать новое сохранение». Сохранить. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ставь лайки, подписывайся на канал. Не подписанный, если ты еще сидишь. Игра Грипп — это классный канал с классным контентом. Сам себя не похвалишь, как говорится, да? Все. Любви, добра, тепла и до встречи в скором времени. Ах да, чуть не забыл. В субботу стрим, приходи на стрим. Ссылка будет в описании. По времени в 5 часов по Москве. Играть будем в Sekiro Shadows Die Twice. Вот. Все. Теперь ушел. Любви, добра, тепла. Пока-пока.